Так, трансляция началась. Замечательно. Impact Grektek Edition, эпизод 16. Задачи, планы. Создание космического лифта. Создание помпы. Также сет нано-брони. Возможно, создание ядерного реактора, вольфрам получить в некотором количестве, пожарить некоторую логистику, завести с помощью Logistics Pipe, EV-центрифуга, EV-электролайзер, EV-вайросэплер. Так, что касаемо космолифта, еще на прошлом эпизоде речь о нем шло. Вот, я как бы заготовил за все это время моего отсутствия, подготовил все необходимые компоненты и немного начал уже по ядерке идти, но тут только недавно начал это делать. Привет, Дин Барсик. Так-то в целом, какие виды изменений произошли? Поставил я МВ-центрифуги. Поставил я ХВ-мацераторы под разные задачи. Также тут я немного модифицировал линию производства седойла. Подкинул на грядке некоторые другие культуры, такие как тростник. Тростник, и тут еще что у нас? А, ну вроде бы тростник, который как бы еще должен быть резиновым. Но тут такой аптайм идет, то что он собирает его такой в виде тростника чисто. Он сейчас пока на текущий момент требуется для того, чтобы получать взрывчатые материалы в виде Industrial TNT. И вот тут некоторое количество уже имеется. Единственное, чем плох кондуит, он в input pass кладет именно все. Не стак единого материала, а просто все. Сбивает слоты. Удачно все сегодня, только домой пришел и стрим начался. Я даже немного подзадержался на самом деле. Я сначала, короче, получается, не увидел то, что я нажал, ну, как бы трансляцию, думал, что начал, на самом деле нет. Такие вот казусы. Так, я помню тут, да, вот с СМД-капаситорами у нас тут много возникла яма. Поливинилхлорид, точно. ПВХ. ПВХ у нас делается... Вот как раз и замешать можно поливинилхлорид. У нас с этилен этанол один к одному по первой, сейчас в принципе можем замешать.
кстати, тут какое напряжение требуется для того, чтобы собрать мультиблок? А, кстати, тут еще не хватает у нас, получается, его машинхал одной штуки. А так, напряжение ЕВ. Надо, кстати, будет сейчас хэтч поменять. Можем отсюда, конечно же, выдернуть. Но лучше новый сделать заодно. И некоторый энергетический буфер. Подожди-ка. Нам надо, получается, для 2К напряжение 2512. А, ну все, в принципе, укладываемся. Единственное, что потребуется сделать, это какой-нибудь EV Battery HAL с 4 батарейками, что, в принципе, на крафт хватало. Энергетика у нас через водород, 48 штук. Так, нержавейки с кислородом по 11. Нержавейку, получается, может чуть попозже закинуть. Так, теперь вопрос, куда установить пока космолифт? Просто ориентировочно хотя бы, в какой стране, на каком уровне. В принципе, по-хорошему бы в новом здании каком-нибудь расположить. Так, а здесь я хотел небольшую логистику расположить как раз с созданием микрох там подобного. Тут небольшая автоматизация, здесь
уже непосредственно небольшое хранилище, значит, можно где-то в этом чанке или в этом чанке расположить. В принципе, места должно хватить. Что у нас вообще по Галену? Либо что-то связанное с свинцом. Лид. А, вот как раз тангстен. Сейчас, короче, надо машинерию и ЕВшну некоторую сделать. По крайней мере. Для начала этого должно немного хватить.
если оно хотя бы на посеве будет заряжать. Энергия пошла. Так, а нам сюда, получается, необходимо надо будет трансформатор подкинуть. Я, кстати, знаю, откуда можно взять его. У меня сейчас пока одна линия не функционирует тут. Могу отсюда взять, забрать.
хрена я по энергии так посмотрел, хватит, может не хватит даже. А, жесть. Что получается, Void произошел, да, Ресов? Короче, будем считать, что тот я сделал, потому что рез опять фармить на вот эту штуку, вот прям терять по факту, как бы единственное, что упущение мое было, это по энергии. Не факт, может еще тут доделается крафт, хотя нет, не должен. Так, телепортация на сателлит. Вот. В смысле? А, ну ладно, раз так. Процесс not working. Elevator. Ну-ка, столик, что-то там было. Space satellite. Ладно.
Да, таких надо, получается, два. Один миллион при перемещении. Этого даже и маловато. Там 150 минималка. Значит, нам надо еще хотя бы 16 лишних сделать. Так, не совсем хорошо. Там надо еще учитывать, что... Так, ну это сейчас будет incomplete structure, это понятно. Так, центр below. Центр below контроллер. Под, короче, под Haswell, получается, под ним. Так, Energy Hatch — это Any Casing максимально 4. То есть, по сути, можно даже любой хэтч влепить. Не знаю. Это попробуем где-нибудь тут влепить.
другой стороны поближе бы. В принципе, если что подкидывать, удобно будет. Тут газовую турбину какую-нибудь поставить и танк. И все нормально будет. Так, теперь ЕВ. Что-то там. ЕВ ассемблер вроде бы необходим нужен. Или, а, нет, Вайер ассемблер. ЕВ. Так, ЕВ, Вайер ассемблер, робармы, ЕВ, серкеты, электрик мотора, конвейер модули.
Блин, еще помимо этого два мотора надо. Так, его электролайзер. А, мы еще должны эти поставить, создаваться для сателлита.
Так, сколько требуется энергии? Так, ну по идее даже может хватить, но на всякий случай еще допом батарейку было бы неплохо. Мы сейчас, наверное, тогда подзаменим вот эту батарейку. С полузаряженной. О, отлично. Структура собрана. Сколько тут еще нам не хватает? 9 штук. Они делаются, скорее всего. Мы можем вообще другим путем пойти. Как бы МВ Energy Hatch. Как бы на 2 ампера, блин. Но можно и с хлэшному. Привет, Леон. Ты видел прекрасные рецепты на радон? От 8 до 64 плутония. Видел, конечно же. Десять минут на 10 миллибакетов. Ну да. Так, 6 36.
Все жду, когда стек накручу. Ну да, по стеку там интереснее уже выход идет. Не такими копейками. Я, кстати, опять забыл бароль увеличить в плане пролетать за титана, а там вводится все, ну прекрасно. Это ли не прекрасно? Так, по идее, у меня всего должно хватать. По идее. Еще, конечно, бы освещение тут неплохо бы сделать. О, а ну вот оно что. Это сразу я не понял. Без ночного зрения. Чем заниматься? На уголь поставил и забыл. Примерно ж так. Блин, это что-то прям конкретно темная структура. Икс. Теперь надо. Теперь надо запиталово какой-нибудь. Energy Hatch. Не графит, а графен. Ну, получает, ну, графен же получается с графита, нет? Трон наварить. 80 чанков тащить, пайпать сейчас. Вот это что ли аммоний персульфат? Аммония, вот как раз ты же говорил, аммония тебе нужна. А потом вот этот вот сплав, полиэтилен, графит и медь. Еще драйн овен какая-то, сушильная печь. Сушильная печь. Какие у нее вообще есть рецепты? Пару рецептов. И все на ЛВ доступные.
Так, что надо? Какие-нибудь пару газов и движков сделать. Пару газов, движков. Где у нас там наша Бирма? И что-то мы ничего не делаем. Странно. Может, амперы все забиты? И возможно, что это так и есть. Корпуса в ассемблере с полиэтиленом не проще делать. Зачем? Это надо вот подставлять лед-экстрактор, постоянно менять микросхему. И ради экономии одного слитка, который я могу потерпеть, подождать одну минуту. Вот автоматизация будет, тогда уже можно там на микрухи вешать и там подобное. Стоит ли делать батарейный буфер? Даже не знаю. Бля, какие все экономичные. Не то, что я. А в чем? В удобстве сбора? Не знаю, при первом Arc Furnace его фигачишь и все. Или прям на самом-самом старте. На самом-самом старте я делал вообще просто по наитию. Мультисмотра же нет. Взял 9 печек или сколько-то. Ну да, мне 9 стояло. И тут, и тут. Два полиэтилена дешевле, чем 9 пластина. Смотри, если мы говорим о Бирме, мы говорим о каком время затрате, какое время затрате. Это 20 секунд делов, по сути. Потому что
два раза меньше времени, ну, короче, 25 секунд. Плюс еще, плюс-минус те же самые уменьшения койлов. Не знаю, ради 20 секунд зажопливать один материал. Такой себе. Ты все-таки пошел на 80 чанков вот эту штуку тянуть. У меня электродамик первобытный, она по 75 секунд жарит. Но это пока. Да, тяжело, трудно. Мы все это помним, вспоминаем, но тем не менее. Надо это преодолеть, превозмочь. Надо это просто пережить, превозмочь. Вот что-что, вот 80 чанков тянуть, не знаю, такая себе затея. Ну, мне так кажется. Нет. Сделать дохрена церту стенков. И чтобы он туда отгружал в драйверс. А потом взял, забрал, загрузил пустые. В смысле пусечно? Вот тебе надо тратить время на 80 чанков. Блин. Что не залил еще пока. Текс. Б3 буфер. Загоняем сюда две батарейки. Дальше. Газовую турбину. Ок.
Цепляем танк. Так, первая часть сделана. Теперь мы берем наш лэптоп. Save position. Необходима энергия для телепортации. Почему-то он хреново так загоняет туда энергию. Что-то вот не так. Так, Energy Hatch. В чем дело? Необходима энергия для телепорта. Сейчас он рисует... 8. Старт бутон машин можно нажать. Необходима энергия для телепорта. Блин, тебе чё, серьёзно? Чё-то я не пойму. К чему он там одно рисует? Так он не двигается даже, понимаешь? Внутренний буфер. Видишь, у него полоска эта торчит. Ладно, полетели пока. Второй ставить. Только надо с этим не продолбаться. Раз пересчитать. Так, 53. Ну, чуть побольше надо еще. Буквально одну штуку сделать больше. На одну штуку больше. Экс и вот экс, чтобы уж наверняка. Во, так-то лучше. Ага, да, кстати, по загруженности Ченков чуть не забыл, его ж надо все равно держать под подгруженным. Лендинг. Что у нас по батарее тут? А, мы с собой даже батарею не взяли. Угу. Красно. Сюда. Дальше. Сколько тут? По идее, должно хватить на всякий случай.
Стоп, у нас даже нету никаких киянок. И... это проблема. Надо какую-нибудь, не знаю, кирку сделать. Какая у тебя сейчас сыгралась песня? Пока ты ставил пайплайны. А, все, я понял. Через горы, через расстояние. Дальше полностью песня, к сожалению, не помню, но мотив помню. Что я делаю? Природному газу у нас. Типа ХС. Короче, вердикт. Для Т-1 ракеты достаточно одного топлива. Одного бакета топлива. Такое ощущение, что они когда ускоряли ракеты, сломались цифры, типа на затрат, ну, типа время зависит от затрат, поэтому клонишь. Ну, с другой стороны, как бы само по себе топливо, оно достаточно комплексное и трудное местами. Эту сразу штуку подставить так, чтобы не улететь в открытый космос. Удалось, не удалось, непонятно. Ой. Короче, я что-то поставил. Я буду, наверное, от этого отталкиваться.
в смысле? В рейндж. Камон, чё не так? Типа он долго колупается? О, неужели? Так, Хасвел или Лаптор, так вот. Надо под него подложить. Надеюсь, вернешься с хорошими новостями, что пайплайн уложен. Что у нас тут по конструкции в целом? Лизайм вполне. Так, что тут у нас по высоте? По высоте... Раз, два, три, четыре.
Чего-то еще не хватает. Блин, каких-то пар блоков, да? Кстати, а где ракета? На том же месте застакалась. Привет, Аспид. Я манал эту гравитацию. Сейчас забить.
Да ладно. Топливо закончилось, ну, конечно же, да. Там отработало просто. Минут назад был сделан бэкап. Может, проще взять ракету, не бэкапать. С одной стороны, бэкап как бы тоже откат. Блять, ну это гребаная ветка, ну черта с два, ну. Короче, пофигу, вытащу сейчас я ракету тупорылую. Потому что если сейчас я уберу сейчас из бэкапа, то там придется чанки все перенастраивать. И это у него особо охота. Тут, конечно, зона у нас. Вроде бы ничего уже не должно мешать.
Они тут с топками, наверное, будут фигачиться. Причем они на одном и том же месте. Что если мы сделаем примерно вот так? Ой, тут топлика-то много как. Так, ладно, надо эту структуру завершить. Не видно вообще, где поставлено, где не поставлено. Тут что ли? Ну и какого хрена? Где-то может быть пропущено? Что-то я не вижу нигде упущений пока. Ну, внизу оно даже как бы все нормально собрано, если так посмотреть грубо. Даже не вижу. Вроде бы оно стоит все правильно. Вроде бы нигде даже не пропущено. Батарейный буфер, может быть, перенести чуть ниже. Чтобы оно на уровне пола было. Ага. А, ну это и есть оно. Как бы не страшно.
Так. Что он сейчас скажет? Incomplete structure. Отлучусь. Я не могу найти эту гребаную ошибку.
Так, я тут... Короче, надо смотреть веки, потому что, я так понимаю, другого способа пока уточнить нету. Так, захват. Я тебе, писал же, что есть структурные вики, так я же хочу посмотреть, что тут вообще, может там вообще другой контроллер. Спецэлеватор. Механизм позволяет попасть с Земли на ее орбиту и вернуться обратно. Необходимо построить лифт на Земле и на орбите, затем соединить контроллер с помощью ноутбука, после чего включить лифт. Чтобы лифт переместил игрока, нужно нажать на кнопку перемещения в интерфейсе. Потребляет тысячи на перемещение хранилища энергии и выступает Energy Hatch. Стоп. Миллион. Хранилищами энергии выступает Energy Хэтч. Спартак, иди нахер. Просто иди нахер. Да. Просто Спартак, иди нахер. Был бы ты человеком, блин, внутренний буфер бы зафигачил. Нет, блин, ни хрена. И чё, по факту это бесполезная хрень? Просто бесполезная хрень. Хочу сказать этому Спартака. Передаем горячий привет Спартаку. Да. Был бы ты человеком. Как там в одном из видео довольно-таки юмористического характера. Ленин, ты знаешь чё? Знаешь, что является внутренним буфером спейс-элеватора? Вот никогда бы не додумался, но Спартак умудрился. Он просто сделал 10 из 10. Да? Внутрянка по энергетике считается хэч, а их максимум 4 надо. Соответственно, мы сейчас пойдем чекать хэчи. Я подозреваю, что они там довольно-таки
неприятные. Ну, мне кажется, там ЕВ чисто надо делать. Никак иначе. В другом ключе. Я подозреваю, что чисто ЕВ-шными. Но так, чтобы не больше, не превышало больше 4 Energy Hatch'ей. Так, максимум 4 можно установить, если следовать тул-типу. Ну, мы сейчас так посмотрим. А как? А как проверять? Да, я уже догадался. Может, какой-то там мультихэч есть. Capacity 131. UV. Вот это уже более-менее. А UV это просто иди нахер. Хостовой. Ладно, есть тут что-нибудь связанное. 4 ампер Energy Hatch. UV. Луф, ЗПМ, UV. Луф 16. Ну, это, скорее всего, под лазеры эти. Короче, вы поняли. Спартак, Спартак. Какой бардак. Я чё, блин, вот зря время тратил. Вот этот Space Elevator кейсинги делал. А тут из-за того, что, блин, какая-то хренотень под названием Energy Hatch и V-Tira мешает мне гребаной прогрессии. У меня другая беда. Не вытащится жидкость. Сейчас попробую спотлодер натыкать. Не тащится жидкость. Стоп. И у тебя 80 чанков. У жидкостных long distance пайпов есть. А, точнее, ну, короче, жидкостных есть distance, по-моему, максимальный range 64. А так у тебя 80 чанков, то
У тебя просто рейнджа не хватает. Сейчас даже посмотрю. Delete. Long. Короче, distance. Hex. Телепортер. Тут ничего не напишешь, ну да. Мне кажется, я вспоминаю, что у него дистанция максимальная 64 чанка. Короче, вот это разочарование полное, как бы я типа собрал его, у меня все есть компоненты, но тут просто energy хэтчи другие. Оно не функционирует, оно не... еще пока условно. Короче, я вот это разочаровался. Я не знаю, я, наверное, на следующую серию просто перенесусь. Это, ну, если только центрифугу еще наркотик сделать, и все. Я просто не могу. У меня сейчас стиль просто... Спасибо, блин, Спартаку. Была бы какая-нибудь квестбука, было бы попроще, на самом деле. Вот тебе путь, иди по нему, блин. А не вот это вот. Вот зачем ты его, блин, нахрен поставил в Вики на ЕВ-тире, если ты можешь им, блин, воспользоваться не раньше ИВ-тира? Это... просто жесть. Сам подумал, как бы эта буква будет составлена. Да я не знаю, это хотя бы вот эту мультиблочку далеко унеси. Вот у него даже в Вики показано то, что можно воспользоваться на ЕВ-тире. То есть ты, типа, условно собираешь. Но он ни хрена не будет работать. Вот Space Elevator находится в разделе ЕВ-тир. А его надо ИВ-тир, потому что только там нормальные хэтчи можно делать. Так что не зря вот эта вот хрень тут вот, я заметил, про 8000, и все. Оно просто считывает внутренний буфер, короче, запитки Energy Hatch. Ну, это просто... Я не могу, у меня нет слов. Пожрал говна на 2 дня, зашибись. Они бомбит у меня, да блин. Ну вот смотри, вот ты как бы знаешь, вот всякие штуки бывают, допустим, на Петре, ну неприятные. Но у тебя хотя бы есть квестбук, ты там можешь сориентироваться. Но тут же ж
Тут у тебя и Вики как бы, ладно. Даже пользуясь Вики, тебе просто вставят в унижение, блин. Ну какого хрена просто? Я бы же мог бы давно бы уже сделать чертов электролайзера, я не знаю, на следующем тире бы я не стал бы ждать этих материалов для того, чтобы Space-сателлитом пользоваться. Нет, блин. Оно тупо не работает, потому что хэтча нету и В. Хотел бы засыпаться завтра, Сань, на незнакомой сборке надо дважды читать. Ну, блин. Чисто, знаешь, вот скажешь кому-то там, типа, давай делай Space Satellite, да, но он тебе как бы доступен, как бы по ресурсам и все. А он тебе просто, просто такую хрень дает под названием, а ну-ка давай это, да и вы откладывай всю эту свою затею. Херню какую-то придумал, спецсателлит делать. Сейчас слово. Вот так вот, оно, в принципе, и посылает нахер тебя. Читайте Вики. Угу, почитал. Ну, это не надо ставить его тогда в тот раздел. Ну так, на Петре мне Кали доступен СЛВ, а плазматрон делать на ЛВ, идея так себе. Ну, у тебя квестбук просто говорит о том, что, ну, тебе плазма как бы может выпасть даже с лутгейм. У меня, кстати, выпадали целые плазмы для плазмогена. Вот. Я в теории мог бы какую-то энергетику, даже базовую нафигачить, но я тупо не мог сделать... Словно эти блоки, ну, а к тому времени ты уже свою энергетику нафигачишь. И, по сути, они просто будут лежать. Так, шилит, танкстан. Что лучше, танкстан или шилит? Так, здесь одна единица за 7 литий по бочкам. Здесь 7 кали по бочкам. В принципе, что тут, что там, разница лишь в компонентах. Вообще, вообще, возьму-ка я отсюда батарею. Это прекрасно. Но после ТП танк перестает работать в плане.
не передает жидкость, когда чанг не подгружен, точнее, ты не находишься в рейнже. Я даже не знаю, как тебе условно и помочь, что... Сейчас слово... Так, мехи у нас могут принимать не больше двух ампер, так что можно, в принципе, не переживать. Что... Не хватит энергии или хватит? Потом уже будем отладку делать. Экс. Чего не запихивается? Ладно, сейчас подтащим водород, может он начнет работать. Просто минут тонн ресов. Ну, я тебе как бы уже говорил о том, что все-таки, мне кажется, вот юзать тенки более справедливо и честно. Ну, ну да, минус тонн рез. Куда мне водород, блин, летел весь? Или все, ГГВП? Нет? Ну, вроде бы в буферах имеется. В чем дело? Что-то, мне кажется, здесь вот эта хрень уже давненько ресов не поставляла нам. Мне кажется, дело в трубе. В задницу я сгорел. Понимаю. Серьезно. Где? А, вот пошла жижа. Так, водород. А, вот все, водород пошел. Видимо, какая-то хрень была, и жидкость, видимо, хреново там застакалась, что не позволяло перемещаться. Так, раз такое происходит, наверное, все-таки лучше прешера кондуита использовать. Думаю, я наиграл на ближайшие дни. Да я что-то тоже, вот знаешь, вот такого же мнения. Что-то прям поддушило конкретно. И что это такое? Там же электролайзер должен стоять. Стой. Просто минус водород. Хотя я мог снять бы. Ладно. Там же не в центрифуге дело, там электролайзер. О, центрифугу мы сделали. Почему отметили мы как электролайзер? Непонятно. Как
отсюда или все-таки его закинуть? Электролайзер, да, сюда все. Центрифугу стоит ли оставлять, что пригодится. Электролайзер важнее. Тут вообще закреплено в виде кавера. Снимаем все. Теперь делаем электролайзер. Platinum Wire, EV микрухи. Так, EV. Вот этого. Вот этого. Вот этого сюда. Platinum болты. Там по-любому стекло участвует же. Крафт. А, тут уже другое. Крепленка. Так, алюминий, алюминий. Ставим сюда.
закидывание сюда по жидкости, по предметам, это сюда, батарейку хлоп. Порт подтягивает. И как бы вроде бы все настроено даже. Так, чё? Даже некоторое количество водорода еще осталось. А, ну теперь можно, кстати, отметить. Так, его электролайзер готов. Танкста мы получили. Вот оно. Что мы можем с ним сделать? Повысить до 2К энергетику, условно его. Вот, с азотом пожарить. Но можно замешать сразу танкстен карбид. А, но нам уже нужен... Подожди, нам же вольфрама сталь нужна. Сталь на койлы. Угу. Сейчас чисто сделаем замес. А, ну, если так посмотреть, вот это все остальное можно вообще перенести на следующую. Танкстан мы получили. Условно я могу сейчас его тупо взять пожарить. Сейчас отсюда выдерну хэтч. Временно. Так, она сейчас не работает. Хорошо. ХБ. Сюда. Хочу это пожарить. Жарим мы с азотом, по-моему. По 11-й. Зод по 11-й. Все, процесс пошел. 60 секунд крафт. Ну, в принципе, для танкстана это даже очень хороший показатель. Кстати, а блок принтера мы ничем сейчас не можем заменить. Так, у нас по-любому там должен был быть какой-нибудь блок принтер оставаться. Так, есть. Визуальную составляющую пока не портить, чтобы оно функционировало. А, это он
Все, я понял, ты еще три ванадия оставалось. Стоял, ждал. Ладно, ждем. Так, нуклеар реактор. Либо Logistics Pipes. Давай-ка, наверное, все-таки, чтобы у меня было чем заняться. Хотя можно было бы перенести, заниматься всякими интересными штуки с Logistics Pipe. Либо прям подготовительные стримы делать с ним. Вроде бы какие-то МК-1 нужны в Logistics Pipe. Так, Basic Pipeline, это у нас алюминиум. Item Pipe. Это алюминий. И что еще требуется? MV. Че так? Берма. А, ну вот оно что. Сначала надо преобразовать, потом только делать. Unrouted Transport Pipe. Logistic Logistics Pipe. Routed Item Around the Network. Не может подсоединяться к инвентарям. Взаимодействовать с инвентарем. Не может распределять путь. Ага, то есть вот эти unroute transport pipe все равно лучше фигачить в basic logistics pipe. Так, что у нас по трубам? МК1, МК2, сателлит, крафтинг, logistics pipe. Там же по идее request, да, вот request получается. Это манипулятор, logistics, chasing. Logistics, так, Basic Logistics Pipe. Ну да, в любом случае надо делать. Так, манипулятор у нас имеется хоть один. Отсутствует. Ну, типа фиг его знает. Наверное, все-таки отдельный стрим. Под Logistics Pipe. Короче, по факту, разочарование в Space Elevator, получение Tungsten'а, небольшую машинерию разобрали. В принципе, EV-центрифугу, EV-электролайзер, EV-вайр-ассемблер. Можно было бы, конечно, еще суперкондуктор сделать, но что-то придушило, строение снизилось. Вот. Так что как-то так. Но я, скорее всего, завтра буду подрубать, потому что я хочу повозиться
с лоджистиком. Вот. Сейчас на текущий момент, наверное, все-таки я завершу уже. Так что спасибо тем, кто был. Желаю хорошего вечера. Всем спасибо и всем пока.